течение 3 дней 42 модератора проведут 120 мастер-классов, которые посетят более 1500 школьных учителей. И еще, нам показалось, что эта цифра достойна внимания и уважения. Среди участников фестиваля 32 учителя мужчины. 8 августа состоялось торжественное открытие 7-го международного фестиваля школьных учителей, форума, собирающего представителей элиты педагогического сообщества мира. Приветствуя гостей праздника, заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов подчеркнул значимость реформирования системы образования в рамках государственной стратегии развития. Нашей республики до 2030 года. Все равно основной раздел – это развитие человеческого потенциала, система образования. В рамках мероприятия была проведена традиционная акция «Помоги собраться в школу». 16 будущих первоклассников получили портфели и другие ценные подарки из рук министра образования и науки, первого проректора КФУ и мэра города. Яркими элементами праздника стали лазерное и Тесла-шоу, которые, впрочем, не смогли оттенить колоритные вокальные и хореографические номера. Работа форума продолжилась на площадках мастер-классов, модераторами которых стали специалисты из России, Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии. Ими будут проведены более 100 мастер-классов по самым актуальным вопросам современной педагогики. Мы хотим поделиться опытом взаимодействия библиотеки и учебного заведения. На примере проекта онлайн-платформы Министерства образования Австрии и Научного фонда библиотеки Венского государственного университета Bildungsmedien. Этот проект помогает школе привить ученику навыки работы с литературой. Я пытаюсь вот всем передать, что мы можем с вами, с учителями, независимо от предмета, создать общую платформу каких-то этических, профессиональных императивов. В своих тренингах я пытаюсь не просто говорить о каких-то вещах, а я пытаюсь с ними прожить урок или какие-то моменты урока. Вечером гостей фестиваля ожидала праздничная концертная программа. Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ.